Размеры микроскопа можно сравнить с шариковой ручкой. Конструкция микроскопа очень проста. Он состоит из оптической системы со светодиодной подсветкой и регулятора кратности. Кнопка съемки и регулировки уровня подсветки находится на USB кабеле. Устройство очень просто и надежно фиксируется в держателе. Рабочее расстояние можно увеличить с помощью выдвижных ножек штатива или меняя положение микроскопа в держателе. Сфера применения микроскопа ограничивается только вашей фантазией. Нас же больше всего интересует его применение в ремонте электроники. SuperEyes BN03 Plus дает четкую и насыщенную картинку на дисплее, а скорость захвата позволяет без каких-либо задержек проводить операции. При этом нет никакого желания смотреть непосредственно на плату. Это удивительный опыт, который не требует привыкания. Движение рук и картинка на экране синхронизируются естественно и интуитивно. Однако необходимо учитывать тот момент, что разрешение при видеозахвате нужно установить на уровне 640 на 480 точек. При большем разрешении появляются задержки, и их интенсивность также зависит от аппаратной составляющей вашего ПК. Любопытно визуальное сравнение BN03 Plus с остальными микроскопами SuperEyes и микроскопом в уже классическом формате. В качестве итога отметим, что SuperEyes BN03 Plus на данный момент является одним из лучших USB микроскопов с матрицей 2 Мп.